Привет, дорогие друзья! Вы на канале CryptoBaby, и сегодня я вас познакомлю с интересным проектом. Проект у нас сегодня на обзоре, это облачный майнинг, и называется он Tron Finance. Так выглядит наша регистрация. Здесь у нас по стандарту мобильный номер. Далее у нас пароли идут. Пароль идет у нас на вход и на вывод, но они могут совпадать, но в целях безопасности можете поставить разный. Далее у вас идет код приглашения и, естественно, код подтверждения. Зарегистрировались. Значит, что мы будем иметь? Вкладывая от 5 TRX до 2000 TRX в день, мы сможем выводить 2,5%. Также вкладывая от 2000 до 50 TRX, мы будем выводить в день уже 3%. И от 50 тысяч до 100 тысяч TRX 4,5%. Далее это у нас от 100 тысяч до миллиона мы будем выводить 6% в день с вами. И если у вас будет миллион и больше, то, естественно, вывод уже составит 8%. Также неплохой доход могут приносить рефералы. Это то, когда вы делитесь своей реферальной ссылкой. Я вам обязательно покажу, где она находится. Значит, чтобы вы знали, сможете ее распространять. Кто-то регистрируется, естественно, вам плюс. Значит, каждый раз, когда будет у вас реферал первого уровня, вы будете получать 10% от его, естественно, от того, сколько он вложит. Также, если будет реферал второго уровня, это будет 5%, и реферал третьего уровня будет приносить вам 2%. Естественно, реферал первого будет получать комиссию в размере 10 TRX за каждый внесенный 100 TRX. То есть, если кто-то вложит по вашей ссылке, получается 100 TRX, то вы получите 10 TRX на свой счет. Если же он вложит 1000, то вы получите уже 100 TRX и так далее. Ну, короче, чем больше вы будете делиться своей ссылкой, естественно, тем будет лучше для вас, потому что ваши рефералы будут приносить вам деньги. Значит, мне на бонусный счет сразу, так, не на бонус, на основной капнуло бонусом, скажем так, 2000 TRX за регистрацию. По стандарту у нас есть депозит, где мы можем делать, также есть вывод, есть наша реферальная ссылка, которую мы можем скопировать, делиться ею и, естественно, на этом уже зарабатывать себе на рефералах, так сказать. Здесь у вас появится ваша реферальная команда, как только кто-то будет регистрироваться по вашей ссылочке и вложить на счет TRX, вы будете видеть, какой это уровень вашего реферала и сколько вы, естественно, положите. Значит, давайте попробуем сделать депозит. Мы будем вложить с вами, смотрите, значит, еще какая фишка. Есть основной аккаунт и есть промоушен. Ваши средства за рефералы будут капать на промоушен аккаунт. С промоушен аккаунта вы сможете выводить все одним разом без геморроя. То есть это очень удобно. Но мы будем вложить сегодня на основной счет. И, естественно, копируем мы адрес. Адрес скопировался. Ложить TRX мы будем отправлять, вернее, с биржи Binance. Опять, чтобы приобрести TRX на Binance, мы выбираем классическую торговлю. Естественно, ищем торговую пару. Вводим TRX. И выбираем пару, которая нам больше подходит. Значит, ну так как TRX у меня уже есть, вы покупаете, если у вас нету. Я перехожу к себе в кошелек. Выбираю для этого основной аккаунт и смотрю, где же у меня тут TRX. Мы будем их выводить. Значит, вставляем адрес. Значит, выбрана у нас уже сеть автоматически TRX Tron TRC20. Отправлять мы будем, значит, на... пополнять будем на 100 TRX, но смотрите, будет комиссия в виде 1 TRX, поэтому мы будем отправлять с вами 101 TRX. Далее нужно будет все подтвердить. И, естественно, я к вам вернусь, но вы этого даже не заметите очень быстро, как только подтвержу все транзакции. Ну что ж, дорогие друзья, у нас подтвердились все транзакции и, естественно, наши TRX, 100 TRX зачислилось на счет. Теперь у нас не 2000, а 2100 TRX. Ну что ж, мне кажется, пора попробовать их выводить. Для этого мы выбираем вывод. Вывести мы можем, как вы видите,
2,5 TRX. Значит, для этого мы выбираем, с какого аккаунта мы выводим, промоушен или основной. Мы выбираем основной. Сюда мы вписываем, сколько же мы будем выводить. А выводить мы так и выведем 2,5 TRX. Сюда мы вставляем заранее скопированный уже адрес кошелька, на который мы будем отправлять наши TRX-ики. И, естественно, попробуем вывести, я не уверена. Ага. Я думала, я забуду пароль, но нет, не тут-то было. Наши TRX вывелись, это замечательно. И, как видите, у нас их стало уже не 2100 TRX, а 2097,5. И суточный вывод у нас 0, то есть все, ага. И уже пришло уведомление, TRX зачислились на счет, и, слава богу, значит, тема рабочая. Но главное, что еще можно неплохо косить на рефералах. Об этом не стоит забывать и стоит поделиться своей, естественно, реферальной ссылочкой. Возможно, кто-то зарегистрируется, получит неплохую сумму, естественно, вы тоже сможете неплохо вывести. Значит, также есть группа в Телеграме. Здесь вы сможете узнать какие-то последние новости, обновления событий, естественно, возможно, связаться с командой, задать какие-то вопросы, если они у вас возникнут. Поэтому переходите, не стесняйтесь, обязательно подписывайтесь и следите за новостями Tron Finance. Что, по-моему, могу сказать, что это неплохой TRX майнинг. Достаточно много положительных моментов, неплохой заработок, но помните о том, что не вкладывайте больше, чем можете позволить себе, естественно, потерять. Все-таки это облачный майнинг, и не зря все его так боятся. В один момент можно потерять все. Ну, я думаю, нам повезет. Я желаю вам удачи вместе с Tron Finance и, конечно, всем классного, обалденного настроения. Ну, а мне ставьте лайки, дизлайки, обязательно пишите комментарии, не забывайте подписаться на мой канал. Всем пока!